В Таиланде сегодня вступил в силу запрет на курение на пляжах. Ограничения действуют в 15 провинциях, в которые входят самые популярные направления у туристов. Это остров Пхукет и курортные города Паттайя и Хуахин. Запрет на курение действует на 24 пляжах. Нарушителей могут оштрафовать на 3000 долларов. Это больше 1 миллиона тенге. Или даже посадить в тюрьму на срок до 1 года. Даже прогулка с зажженной сигаретой будет приравниваться к нарушению правил. Предупреждающие надписи на пляжах уже установлены. Для туристов с вредной привычкой обустроили специальные места для курения. Это небольшие стеклянные павильоны с вытяжкой.